Разрешите мне от имени Всемирной организации здравоохранения поблагодарить за приглашение и возможность выступить по такому актуальному вопросу, как развитие общественного здравоохранения. Общественное здравоохранение является базовой составляющей любой системы здравоохранения в мире. Оно является основным постулатом региональной политики здоровья 2020 и было впервые включено отдельным направлением в государственную программу Денсаулык на 2016-2019 годы. Реформы, проводимые правительством Казахстана в области здравоохранения, приводят к ощутимым изменениям в показателях здоровья населения. Они стремительные. Сегодня настало время обратить внимание на те аспекты охраны здоровья, которые находятся за пределами сектора здравоохранения, решить задачи сохранения и укрепления здоровья на популяционном уровне можно лишь на основе общегосударственного подхода и межсекторального сотрудничества. Меры общественного здравоохранения всецело отвечают принципу справедливого и равного доступа для всех без исключения групп населения. Признавая важность этого, Всемирная организация здравоохранения с большим удовлетворением участвует во всех мероприятиях и старается оказать ту необходимую техническую помощь, которую запрашивает страна. Как вы знаете, в прошлом году совместно с Министерством здравоохранения и партнерами других ведомств была проведена самооценка 10 функций общественного здравоохранения, организован ряд совещаний по обсуждению видения и концепции общественного здравоохранения. И отрадно, что Министерство здравоохранения сегодня предлагает модель развития общественного здравоохранения с учетом результатов нашей совместной работы в прошлом году. ВОЗ поддерживает участие экспертов Республики Казахстан в международных совещаниях по созданию потенциала общественного здравоохранения. Мы поддерживаем наличие и функционирование Национального координационного совета при правительстве, а также подобных структур на областном уровне и поддерживаем создание Национального института общественного здравоохранения. Важным событием этого года станет визит директора Европейского регионального бюро ВОЗ госпожи Жужаны Якоб в Республику Казахстан 20-22 июня. Она планирует посетить города Алматы и Астана. Одной из тем, запланированных для обсуждения на встречах высокого уровня, будут консультации по развитию общественного здравоохранения. В заключение позвольте мне возобновить заверение о готовности ВОЗ принимать дальнейшее участие в этом процессе и оказывать техническую поддержку в рамках наших полномочий.